Хейо, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем родить урпа на основе Shallow Knight. Так, у нас осталось с вами два босса. Потом сюда, но здесь нужен полет. Так, ладно, часовая башня инженерного рыцаря, поехали. Как-то здесь слишком все быстро движется. Не, более-менее контролировать можно. В какой-то степени. Грызть притворные. Ой, бля, начинается. Ух ты ж, ё-моё. Нифига себе. Да ё-моё, где моя удочка? Ну что мне стоять? Я не знаю, где еще ковшики. Почему я их вообще не могу использовать? Где они все? Почему я не могу их использовать? У меня их в инвентаре здесь нету. Банок этих. А задание есть, нужно выпить каждое по зелью. Я специально это сделал. Кто знает, тот знает, почему. Бац. Бац. Я это сделал из-за того, что здесь еще есть проход, а так я больше бы сюда не смог бы залезть никак. Сейчас еще сдохну, и главное при этом. Надо было все-таки пойти забрать то, что я... Да. Замечу, что здесь я уже никак назад не смогу вернуться. Бум-бум-бум-бум. Хотя бы один заберу. Дальше не хочу. Честно.
ничего сложного. Проверка. Нифига себе. Скамёчек. Тут я понял, что я мог бы сейчас сдохнуть. Хорошо. Ух уж эти странные ловушки. Что это за кинжалы-пистолеты? А, я так не попаду. Кинжалы, пистолеты. А на чем я должен буду соп... За 6, пожалуйста, дай за 6. Хотя бы. А, он 3. Езди по опасным местам и служит платформой. Да, все. Отлично. Езди по опасным местам, служит платформой. Залезай и держись. Так, а теперь мне нужно понять. Это сейчас типа должен пораскидывать их. А, нихера себе. Я не понимаю, как это. Что? Ладно, тут только 4 сейва. Значит, лока не очень большая. Да. Бешеная херня. Ага, ну что вы ж... Не, эти пальцы бесят. И главное, их походу... Их на них же прыгнуть, да, нельзя? Очень плохо.
На них можно прыгать, все. Отлично. А что делать? Он они летают по такой траектории, что им меня постоянно будут сбивать. Я же специально тебя не трогал. Почему мне наносит теперь по целому хп? Вы мне лучше это объясните. Вам плевать. Это как в Сонике было, я помню. Сейчас бы я в шипы влез. Ясно, понятно. Ну ладно. Я на своем могу покататься. О, ни хера ты. Так, а теперь мне нужен срочно сейф. Так, больше секретных стенок я не видел. Так, и так сойдет. Я понимаю, на что это мне намекает, но с другой стороны, есть ли смысл? Хотя есть. Не, тихо-тихо, рисковать не хочу. Тихо.
Почему я должен сюда идти? Алло. Где тот проход, куда до этого я шел? Я не понимаю, почему у меня по фулл хп от меня снимает. А что я должен сделать? А как я должен это... быстрее. Плевать. Ну, дальше. Главное то, что если я упаду, я умру. Так, битва с боссом. Инженерный рыцарь. А? Это ты шумишь? Я не могу собраться, у меня сколько работы. Для начала потрудись пропустить меня, душок. О, громкие слова, ходячая жестянка. Сейчас я тебе проучу. Зря я, походу, вначале использовал на него способность. Он же инженер. Я не верю, что это все. Вот, вот это уже верю. Вот в это уже верю. Не понял, подожди. Куда я должен атаковать? Хорошо, допустим. Да ё-моё! Ладно, где мой... моя рукавица смерти?
Ау. Это третья, да, фаза? Удар перчаткой. Ну, у этого босса был шанс меня убить. Наверное, у первого, у которого был шанс. Просто мне кажется, в какой-то степени вот эта чародейка, это есть вот эта девка-щит. Если так подумать. Так, погнали, броню купим. Я мог бы купить, хотя давайте я сразу куплю. А мне типа достижения не дали? Нашел. Так, старинный инженерный рыцарь серьезно относится к своей работе, и я решил сохранить эту настройку. Так, о коварных махинациях, захватывающая повесть о механическом налетчике в погоне за властью. Интригант. Не может похвастаться ростом, разговорчивости или терпением. Разрушитель. Большая огневая мощь и огромные амбиции. Ну что, давайте мы тогда на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем удачи, и всем пока.